Я работаю в Оксфорде, потому что мне нравится. Мне нравятся люди, с которыми я работаю. Мне нравится то, что я делаю. Мне просто в целом нравится. На тот момент я смотрела что-то, так как я учусь, хоть и заочно, но там куча заданий, куча всего. Я искала что-то, что я смогу совмещать со своей учебой. Это, наверное, был единственный критерий, по которому я искала. Во-первых, наверное, люди. Я не думаю, что найдется человек, который не выделит людей, с которыми работает, потому что, будучи новичком, ты всегда боишься, что какие-то косые взгляды, что задашь вопрос, тебе скажут, что за глупый вопрос. А по факту и от директора, и от других людей это отношение... Это просто понимание. Все люди понимают именно здесь, что есть вопросы, на которых ответы ты не знаешь, и тебе подскажут, помогут. Не знаю, это первое, а второе, наверное, что все максимально прозрачно. То есть не составляет труда узнать вообще ничего. То есть даже, там, не знаю, о расписании уроков все равно можно узнать, если вдруг тебе это зачем-то пригодится. Мне больше всего нравится, что это люди. Это много людей, с которыми я взаимодействую. В работе? Нет. Я думаю, что примерно такой же, который любит людей, который хочет быть частью чего-то, частью компании, частью большого коллектива, дружного. Однозначно энергичный, однозначно, который не хочет сидеть на месте, который хочет участвовать в книжных клубах, читать книги, развиваться, делать что-то, чтобы это приносило пользу, чтобы это приносило пользу и ему внутренне, и как-то во внешний мир.